На данный момент долг управляющих организаций перед Щелковским межрайонным водоканалом составляет порядка 120 миллионов рублей. И все же положительная динамика есть, отметила Анжела Пухова. Если мы возьмем задолженность на 1 января, то она в среднем составляла по водоканалу 157 миллионов рублей. Там копейки я говорить не буду. Вот. На сегодняшний день задолженность снизилась на 37 миллионов. Задолженность управляющих компаний вызывает серьезную обеспокоенность правительства региона и представителей органов местного самоуправления. Ведь от своевременной оплаты ресурсов зависит в том числе качество оказания жилищно-коммунальных услуг жителям. Привлекаются не только представители управляющих компаний и администрации Щелковского района, но также правоохранительных органов, прокуратуры, жилищные инспекции и службы судебных приставов. Так, совещания по данной теме проходят регулярно и в дальнейшем, по словам заместителя министра, будут проводиться каждую неделю.